Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 6 января 2023 года. Дорогие друзья, сегодня рождественский сочельник. Это особое время. Мы ждем рождения Иисуса Христа и верим, что вместе с Ним родится надежда на лучшее. Изменится что-то в этом мире, и сам мир изменится. Рождество Христово – это один из главных христианских праздников, знаменующий рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Это важнейшее церковное событие, причисляемое к великим 12-м праздникам, поэтому к нему нужно относиться с огромным уважением. В этот день верующие православные христиане посещают церковную службу и поздравляют друг друга, желая всяческих благ. И, конечно же, я хочу поздравить всех зрителей и подписчиков моего канала со светлым праздником Рождества Христова. В этот праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить только все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, а также искренне верить в Бога и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что имеете, и наслаждаться каждым мгновением вашей жизни. Пусть этот светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, а близкие люди всегда будут здоровы и счастливы. Пусть сердце каждого в этот день наполнится добром и миром. Всем желаю, дорогие друзья, мира. С Рождеством Христовым! Христос рождается! Славим Его! В начале видео, друзья, были кадры, снятые в одном из храмов нашего города, города Одессы, где я сегодня был на вечернем богослужении. И в этом храме соорудили настоящий вертеп. То есть обычно, какие бы я храмы ни ходил, какие бы городах ни находился, там, ну, везде вертепы, они идут с игрушечными скульптурами. Вот здесь как бы были и игрушечные, не настоящие, да, как бы скульптуры. И при этом были настоящие барашки, настоящие козлята. И выглядело это максимально, так знаете, красиво и максимально по-настоящему. Сено, ну, то есть как в настоящих яслях, как в настоящей Вифлеемской пещере, где родился наш Спаситель Иисус Христос. Еще раз всех с праздником, с Рождеством Христовым, всем мирного неба, хорошего вечера. Будем надеяться, что Российская Федерация в этот светлый праздник не будет наносить ракетные удары по нашим мирным городам. Я на связи, до встречи, всем пока.